сумасшедшие времена. Очередную партию западного оружия накануне уничтожили российские ВКС. Ракетный удар был нанесен по отделению Новой почты в городе Харьков. На Украине в этой связи страшный визг, мол, это же просто почта. На этих кадрах то, что было уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятаны не письма, спрятаны иностранные БМП. На фурах характерный логотип Новой почты. Ну, то есть теперь ВСУшники вместо зерновых терминалов используют и почтовые распределительные центры. Цікаво, що абсолютно всі, хто бачили фури Нової пошти чи будь-якої пошти, а ще бачили західне БМП, мали би зрозуміти, що тоді його трошки треба розпиляти. Що ж насправді було на Новій пошті? Куди насправді вони поцілили? І чому не було людей у військовій формі? Були звичайні хлопці і дівчата. Всі знають, хто працює на Новій пошті. Це молодь. Ось, власне, і видно кадри. Це те, що опублікувала Нова пошта. Момент страшної трагедії. Момент прильоту, коли не розвантажувалися БМП. Знаєте, в чому найбільший цинізм? Це те, що їм же все одно. Навіть якби вони потрапили, що вони вже робили в школу, в дитячий садочок, та що далеко ходити. Пологовий будинок. Там, звісно, знаходяться терористи. Там, звісно, шалене підпілля. І вони ніколи не кажуть, що гинуть просто цивільні люди. Тому що вони не вміють і не можуть воювати із нашими військовими. Для них найлегший супротивник – це той, хто не має озброєння. А коли по ним прилітає високоточне озброєння. При тому ми ніколи не розповідаємо про те, що вбиваючи, не дай Боже, хоча б одного цивільного, ми знищили штаб російської армії. Ні, ми показуємо. Ось, будь ласка, аеродромчик. Ось, будь ласка, 9 гелікоптерів. Так працює високоточне озброєння. І росіяни зараз неймовірно бісяться, розповідаючи, що за ударами, атакамсами буде така відповідь, така, бо в них неймовірний воєнний потенціал. Бойовом применении украинской стороной ракет атак с нашей стороны должен быть такой ответ, чтобы у них появлялось сомнение в целесообразности применения ракет Чем? Этого типа. Но у нас есть достаточно сил и средств. Более того, например... Ну какие, Михаил Михайлович? Во-первых, такой ответ, который посеет сомнение, это что за ответ? Это крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Это оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Так мы же применяем все это. Евгений, сколько мы раз с вами говорили. Вопрос не в применении оружия, вопрос в количестве, в массированности и внезапности его применения. И только вот тогда, когда... И в целях. Куда совершенно, абсолютно правильно. Одно дело, например, если планирующий боеприпас там весом 1500 килограмм попадет в ротный опорный пункт или батальонный район обороны, это одно. А если он попадет в какое-то такое чувствительное место, что действительно возникнет вопрос. Ну, мы сейчас не будем называть эти чувствительные места. Они есть, есть. И тогда возникнет вопрос. Что-то мы, наверное, не так делаем. Мы вообще украинским частям, соединениям, которые действуют в той полосе, где применяются, например, эти ракеты, сразу после применения надо наносить удар такой силы. Это не потому, что я кровожаден там или размахиваю шашкой там и так далее. Но дело в том, что, ну, вооруженная борьба-то по-другому не ведется. Или они тебя, или ты их. Вот так же стоит вопрос-то. Герасимов, Шойгу, записываем за Ходоренком. Берем ракеты, крылаты, морского базирования, Искандер-М, Искандер-К, кинжал. И как бьем по Украине? Ничего особе. 20 месяцев йде повномасштабна війна, і ніхто, жоден із росіян не здогадався так зробити. Ми чому досі не на колінах? Ми чому досі не благаємо про мир, тому що нас не бомбили? Жодного разу по нам не випускали 150 ракет. Жодного разу не були прильоти по Києву. І ми ніколи ще з вами не чули про удари по центрам прийняття рішень. Нарешті хоч хтось це сказав. Господи, да наскільки ж ви убогі, що з вас вже замість мене стібеться чоловік з Кабєєву і каже, що нема чим. Нема. І об этом теж нужно говорити. А, Давид, от інформація о том,
что операция Израиля в секторе Газа может занять до 3 месяцев. Об этом заявил глава Минобороны страны ЮАВ Галант. По итогам войны Хамас должен быть уничтожен. В то же время международный спикер армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью ABC заявил, что наземную операцию в секторе Газа отменят, если Хамас освободит всех заложников и безоговорочно сдастся. Если Хамас выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как это он делает сейчас, вернет наших заложников, всех 212, и безоговорочно сдастся, тогда война закончится, сказал он. Напомню, по последней информации, по меньшей мере 5431 гражданин Израиля пострадал в результате нападения Хамас. Такие данные приводит Минздрав Израиля. Давид, ну у меня к вам вопрос, когда мы можем ждать все-таки начала этой операции и как бы в чем, собственно, заминка сейчас? Или идет подготовка к этой операции, она очень сложная будет и она будет, несомненно, крайне рискованная? Или же речь идет все-таки о противление этому Белого дома. Мы слышим, что Белый дом пытается отговорить или, по крайней мере, свесить все за и против израильских правительства перед тем, как они примут решение о наземной операции. Операция, безусловно, будет очень тяжелая, непростая и масштабная. С военной точки зрения основные приготовления к ней завершены. Более того, отданы приказы. И, естественно, подготовка никогда не бывает идеальной. Можно готовиться чисто теоретически, бесконечно, есть что улучшать. Однако основные вещи уже сделаны, приказы отданы, планы утверждены. Дело за решением политического руководства. Более того, принципиальное решение уже принято. То, что операция не началась на момент нашего с вами разговора, продиктовано в первую главную очередь, скажем так, теми или иными взаимоотношениями между израильским руководством и администрацией президента Байдена. Израиль опирается на очень серьезную американскую поддержку, и не учитывать американскую позицию премьер-министр и те, кто принимают решения в кабинете войны, не могут, до определенных, конечно, границ. У американцев есть те или иные пожелания, связанные с задержкой. Например, если исходить из сообщений, это в общем сообщение прессы, это достаточно логично. Американцы хотят, видят определенный шанс освободить хотя бы часть заложников, и для них через при посредничестве Катара, и для них важно в первую очередь те, кто имеют американское гражданство. Угу. Например, есть еще то соображение касательно, я бы так сказал, большей фундаментализации гуманитарного коридора, который связывает Египет с южной частью сектора Газа. Впрочем, здесь уже, в общем-то, все сделано, и в любом случае не в израильский отказ упирается. Ну и есть еще, возможно, момент, это уже такой косвенный, там, та или иная эвакуация иностранных граждан из Газы. Как правило, речь идет о женах местных жителей и их детях с иностранным гражданством. Насколько я понимаю, есть и сотни українців в их числе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.